Здесь сегодня открывается цех, который будет работать два раза в месяц по воскресеньям. Вот. Добровольцы работают два часа с перерывом полчаса на обед. И за эти два часа за одним столом, вот в этот раз один стол, бывает три стола. Сегодня будет выработано 3000 порций еды. То есть это тарелки, тарелка такая, вот 3000 тарелок. В продовольственные тарелки входят порция макарон, сушеный лук и морковь, соевый гуляш. Наборы сбалансированы, здесь и углеводы, и витамины, и белки. Затем эти порции пойдут на приготовление обедов в трапезные лавры для бездомных, а также их планируют раздавать нуждающимся для самостоятельного приготовления. Открытие цеха предварил молебен на начало доброго дела. Проект «Народный обед» существует благодаря пожертвованиям. Сделать пожертвование на одну или несколько порций может любой желающий на сайте благотворительного фонда «Банк продовольствия Русь». Цеха фасовки успешно работают в 12 городах. Первый из них был запущен в 2013-м в трапезной Марфо-Мариинской обители Милосердия. Всего за год существования проекта уже расфасовано более 1 000 000 порций обедов. Ингредиенты закупаются оптом у российских производителей. Вокруг лавры всегда собирались множество увечных, множество больных и просто неимущих. И если мы посмотрим, то история, она говорит о том, что постоянно на протяжении всей жизни монастыря все питались. И это такая заповедь всех питать приходящих. Поэтому сегодня как бы мы продолжаем также эту традицию. Обратиться за народным обедом можно будет лично в Пафнутьевскую трапезную, павильон рядом с остановкой Ильинской улицы, или по телефону волонтерской службы 8-905-599-0847. Предполагается организовывать доставку обедов и близлежащие населенные пункты. Татьяна Трушкина, Феликс Дорохов, День города.